Приветствую вас на нашем канале. Сегодня, как обещал, я расскажу о декоративных крышках на септике. На сегодняшний день традиционная выгребная яма на садовом участке остается в прошлом благодаря появлению новой очистной системы септика, обеспечивающей отвод использованной воды и отходов из дома, их сбор, очистку, утилизацию. Однако минус такой системы – необходимость оставлять на поверхности крышку люка. В то время как ландшафтный дизайн становится все более популярным, малоэстетичный люк будет выглядеть непривлекательно. Решением данной проблемы станет декоративная крышка для септика. О них и поговорим. Такие крышки изготавливаются из стеклопластика, прочного влагостойкого материала, который максимально точно передает выбранную скульптором текстуру камня или дерева, что позволяет изделию выглядеть реалистично и естественно. Такой садовый аксессуар не выцветит на солнце и не боится перепада температур, имеет длительный срок службы и абсолютно безопасен для окружающей среды. Несмотря на то, что крышка может закрывать люки до 1,5 метра диаметром, поднять ее не составит труда. Подобные крышки могут закрывать септики высотой до 50 сантиметров и при этом будут смотреться привлекательно, ярко и займут достойное место в вашем саду. Еще один бонус второй крышки септика – дополнительная теплоизоляция, необходимая для поддержания комфортной для бактерий температуры в холодное время за счет воздушного кармана под ней. Кроме того, специальное отверстие обеспечит необходимую циркуляцию воздуха. Абсолютный хит продаж этого сезона – крышка для септика «Пенни». Самый полный актуальный каталог моделей только на нашем сайте hitsad.ru. Пишите ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!